подписывайся на канал. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и я продолжаю проходить игру Resident Evil 7 Biohazard. Так, ну чё? В предыдущей серии что? Я нашёл место, которое мне нужно отпереть. Я нашёл какой-то алтарь, и я надеюсь, уже очень близок к сыворотке, которую мне нужно найти, с помощью которой я спасу свою Мию, девушку. Но перед тем, как сходить и открыть ключом дверку, я хотел сгонять в старый дом. Где он? Старый дом. Где-то вот здесь. Вот он, старый дом. Здесь есть дверка, которая ведет в комнату с запасами. И там я хочу взять, собственно говоря, все, что там есть. Вот так вот. А потом уже открывать и алтарь. Где алтарь? Не понял. Это же старый дом? Ну да, я в старом доме нахожусь. А, вот тут первый, второй этаж. А тут даже нет обозначения никакого. Странно, а почему так? Подвал, столовая. Тут всего два этажа, и мне почему-то не показывает. Ну да ладно. Может, теплица даже есть. Короче, разберемся. Может быть, потому что я не подошел к двери и не попытался ее открыть. Поэтому теперь у меня нету значка. Непонятно, ну да ладно. Но я точно помню, что здесь есть алтарь. А у меня есть ключ. Вот и все. Все гениально просто. Так, и на обратном пути я хотел юзнуть вот этих вот штук. Чтобы искать предметов больше и лучше. Так, давай, let's go. Они вот так вот на карте точками отмечаются. Очень удобно. Очень супер-мега удобно. Вот типа вот такого вот. Это имбовая вещь, между прочим. Так, ну а здесь мне... Блять. Подожди, где моя горелка? Вот она. Да хорош меня! Вот и все. Чтоб сундучок забрать, коробочку. Так, травку заберу. Все. Может, я подумал, за червяками еще что-то есть тоже? Кстати, вот этот буст, он очень-очень долго действует. А что, дверь не открывается? Открывается. Ну, как тут все спрятано, а? Хитро. Вот она, та дверь. А почему она у меня на карте не отмечается? Очень странно. Очень странно и непонятно. Где карта? Блять! Да откуда ты здесь, ёбана, блядь? Я не собирался с тобой сейчас драться. Блять, нет. Походу придется. Блять, у меня так не хватит энергии. О, она ушла, да? Давайте вас. Ух ты, блять! О, хорош. Сейчас я дробовичка в тебя. Бля, что это за жижа-то? А что мне делать? Блядь, а кто меня бьет-то?
А, вот, выбраться, все, я понял. Так, короче, бабулька превратилась в жижу. Надеюсь, ей конец. Так, ладно, план меняется. Я иду теперь просто в эту дверь, и все. Блин, мне нафиг скинуть надо. Сколько у меня хпшки? Половина. Ладно, юзну вот этот маленький пакситик. Ну, я сказал, юзни. Пам-пам-пам-пам. Как раз место освобождается. Так, ключ, ключ. Вот, вот этот ключ. И вентиль мне надо в ящик скинуть. Мне тоже он нахрен не нужен. Я вроде все открыл. Так, ключ вернулся? Вернулся. Все, хорошо. Блять, это что, все младенцы? Или куклы? Надеюсь, куклы. Че? Че это значит? А, о. Так, касательно сыворотки серии, следующие предметы позволяют синтезировать сыворотку. Серия D. Черепной нерв, серия D, периферический нерв, периферический нерв. И чё? I think that's it. Всё, типа, это собрать надо? Или чё? Я чё-то не пойму, ничего не добавилось мне. Чё мне делать-то? Ёпта. Найдите ингредиенты сыворотки. Блять. I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any, but I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right, check it out. Ага, короче, мне здесь просто надо найти руку. Тут ничего нету. Руку, 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 руку. Где второй этаж? Второй этаж, второй этаж, второй этаж старого дома. Это первый. Так, стопэ. Вот он, второй этаж. Мне подниматься где? Где? Вот здесь. Это будет второй этаж. Ладно, хрен с ним. Сначала я иду. А я смогу здесь пройти, да? Бля, надеюсь, она мертва. Все, короче, иду я сначала. Блять. Ёбаная яма, да закройте ее нахер, залатать надо. Пойду я, короче, сначала схожу в старый дом. Там зацеплю сыворотку. Монетки надо скинуть. Не, не сыворотку. Короче, нужно сходить в старый дом, открыть ключом ворона то, что я могу открыть. Надо еще сгонять в трейлер, я монетки скину. Скину нахрен ключ. Ключ этот вентиль, который мне тоже не нужен. В общем, надо инвентарь чуть-чуть подчистить. Дабы мне можно ничего не бояться, патронов много. Здоровья много. Я думаю, если там зомбаков я буду этих обычных встречать, то мне ничего не будет. Так, да я еще одну, блять, одной не хватает. Так, ящик. Вот этот вентиль нахер нафиг скидываем. Вот это я возьму. Я сказал возьму, а не просто посмотрю. Потому что это я юзать буду. И ключ я оставляю себе. Так, ну вроде все. Трава-мурава, пускай у меня будет. Еще мало ли, вдруг понадобится. Так, вот это сразу надо использовать. Как раз в старом доме пробегусь. Может, что, где пропустил? О! Древняя монетка. Вот как хорошо, а. А тут что, тоже древняя монетка? А нет, трава. А это что такое?
Оба-на, отмычечка. Ну ты там вот-то хорошо. Там, кстати, в этом старом доме тоже был. Не понял. С улицы, что ли? В старом доме был один замок, который я так и не смог открыть. О, да, вот здесь. Разделитель? А что он делает? Можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них этот эпоксид. Ага. То есть я смогу, например, из аптечки сделать... Блять, пропало... А, нет, еще не пропало. Еще на улице есть. Или где это? Или это где-то в подвале? О. Нет, это не в подвале, это с улицы. Че там, че там? Ремкомплект? Ух ты, нифига себе. А что он дает? Хм. Сейчас я пойду тогда монетку скину. И ремкомплект заберу. Бана. Ну, блин, не надо было, блядь. Так, а это тоже под трейлером где-то что-то, да? Патрошки. Да тут много всяких предметов. А эти, кстати, ворота куда ведут? Они просто закрыты. А вот здесь вот ключ какой-то особенно нужен. Так, вот эту монетку закидываю. Стабилизатор какой-то. Что? А стабилизатор-то что такое? Расслабляет мышцы и снижает напряжение, тем самым ускоряя перезарядку, действует бессрочно. А, ну раз действует бессрочно, значит будем использовать. Даже то, что у меня так голос-то хрипит. Так, итого, два слота у нас есть. Вот эту вот штуку я тоже скину, я думаю, скорее всего. Я думаю, она мне не понадобится в ближайшее время. А это что такое? Патроны крупнокалиберные. А нахрен не ку... Зачем они мне нужны? Пускай пока тут лежат тоже. Так, ну и все. Место вроде освободило. А, вот так, да. По красоте сделать. Да подожди ты. Вот. Люблю, чтобы все красиво было. Так, а здесь трейлер, скорее всего... Этот пистолет горел. Походу, вот этот он и есть крупнокалиберный. Походу, для него патроны. Но это мне еще 9 монеток надо. Так, сейчас вот эту штуку еще раз юзну. Блин, там еще что-то было, что ли? А, так это ж я отсюда и не забрал ремкомплект. Что он делает, кстати? Так, ремонт комплекта для починки сломанного огнестрельного оружия. Содержит ограниченное количество запчастей. Ух ты! Ух ты! Это я, в принципе, могу... Либо вот этот пистолет сломанный. У меня есть один сломанный пистолет. Пойду, кстати, в ящик скину. У меня есть один сломанный пистолет. Сломанный пистолет еще есть в ящике. И один сломанный есть дробовичок, который... Ага, пока скину. И один есть дробовичок, который я могу взять. А что там за дробовик? Там, по-моему, это помповый, а там, по-моему, двухстволочка была. Сейчас как раз схожу и посмотрю. В общем, сегодня такое развлекательно-познавательное прохождение. Вот он, дробовик. Ну да, здесь двухстволочка. Здесь двухстволочка.
А, это непригодно для использования, ладно. Тогда ладно. А хотя его бы я себе и зацепил. Порох. Так, а как мне туда пройти? Блять, а как так-то? А мне в гостиную надо. Блять, пропало. Короче, мне надо в гостиную. Сюда что ли? И где-то что-то здесь лежит. У меня же больше нет пилюль? Ну да, нету. Ну хотя я могу сделать. Блин. А под столом я не смотрел. Это газетка. Это вообще непонятно, что это. Странно. Может, а вот здесь вот? Ага. Нет. Так, ну ладненько. Потом, может быть, сделаю. Вернусь сюда. Надеюсь, тут только что-то ценное будет. Так, теперь мне нужно... Куда мне нужно? Как мне... Ага, вот сюда сейчас. Короче, идем до двери теперь. С ключом ворона. Так, я правильно иду? Пам-пам-пам. Нет, неправильно, мне сюда надо было. А вот, кстати, там будет и ящик с отмычкой. Точнее, ящик, который я могу открыть с помощью отмычки. Вот он. Так, где отмычка? Гильза для дробовика. Ну, пойдет, пойдет. Неплохо. Дробовик. Хорошая пушка. Вот, вот это я могу открыть теперь. По-любому здесь что-то, блядь, будет прям кайфово. Оба, это что-то? Гранатомет? Что, блядь? Что, блядь? Разные боеприпасы? Так, давай мы тебя сейчас переместим. Блядь, подожди ты. Вот так. Нифига себе. Вот это вот пушка. Вот это я понимаю. А, по одному патрону можно заряжать. И я ж могу делать, да? Вот, да. Вот они, гранаты, гранаты. А, стоп. Вопросы для гранатомета. А, вот. Да, да, да. Каждый раз выстрел вызывает небольшой пожар. Хорошо. Ну, пока это я попридержу. Пока мне... Мне кажется, рано это использовать. Это будет просто уже крайняя мера. Когда вариантов не будет никаких... Я буду гранатами застреливать. Так, чё, тут еще что-нибудь есть? По-любому где-нибудь в угле что-нибудь запрятано. Пакеты на эпоксид, похоже. Так, ну ладно, больше вроде ничего нету. Ну это я неплохо, так скажем, заглянул. Мне нравится. Можно теперь идти обратно. А как отсюда выйти? А вот. Можно идти обратно и открывать алтарь.
Так, сейчас тут только что-нибудь надо, наверное. А, у меня эпоксида все равно нету, ни хрена. И травы до хрена. Пойду тогда. Что-нибудь, ну, типа, или травку, или что-нибудь еще надо скинуть. Ключ, скорее всего, я думал, он мне больше не понадобится. Так. Типа, вот это я скинул. Так, порох. Порох пусть будет. Это тоже пусть будет. И это пусть будет. И это пусть будет. Патроны, патроны. Вот мне нужен эпоксид. Чтобы сделать хотя бы одну хилочку. А то у меня вообще ни хрена нету. Случайно про мискликал. О. Вот он, ключ с вороной. С вороной, вороной. Так. Это мне еще пока закрыто. А, а нахрена я ключ-то скинул? Как я открывать-то дверь буду? Где ключ? Рукоятка не нужна, скорпион не нужен, все. Вроде все, вот так вот. Сейчас бы скинул ключ. Проклятый старый дом. Не, это все-таки куклы. Пупсики. Так, Зоя, ты снова попыталась прорваться на второй этаж, да? Так, стоп, это я читал. Все, открываю дверь. О, только она открыта. Так я здесь был, ёпта. Я уже и забыл, что я здесь был, нашел, и мне нужны ингредиенты. Теперь я иду на второй этаж, все, точно. Точно, точно, точно. Чего? Так, это я заберу. Сюда что-то повесить надо. Лампочку? Ага. Скорее всего, такую же лампочку надо повесить. А может, я эту просто срежу? Не. Древняя монетка. Инвентарь полный. Блять, теперь мне что, ради одной монетки бежать? Типа обратно? Ой. И что делать с ней? Ну? Чё-то непонятно. О! Только уже в платьюшке, да? О! О! 11 октября. У меня весь день звенит в ушах. Не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. Как говорит Зоя, эта девочка странная женщина, которая с ней тоже пришла. Так, дальше. 15 октября. Мне чудится и слышится всякое, и меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там мне сделали рентген, что со мной происходит. Это кто вообще пишет? Девочка мне кое-что подарила. Так, непонятно, какое октября. Я положил подарок в тайную комнату задней части второго этажа, где его никто не найдет. Это рука. Признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет испортить это счастье, то я просто его убью. Так, я положил подарок в тайную комнату в задней части второго этажа. Вот это надо запомнить. Следные патроны заберу. В тайную комнату. Где-то здесь? Я положил его в тайную комнату в задней части второго этажа, где его никто не найдет. Ага. Все, вроде понял. Надеюсь. Только как пройти-то мне? Че за тени? А, тараканы бегают.
Может, кукловоду сюда надо повесить? Ну, вот это вот, кукляк этот. Это что, мне на базу надо бежать, чтобы все скинуть? Да я вижу, что весы и дверь соединены между собой. Так, ладно, сейчас будет эксперимент. Вот я думаю, травки мне не жалко. Да, блин. Сейчас я, если я ее возьму... Ой, так я ее использовать могу. А я могу скинуть? Выброшенный предмет нельзя вернуть. Ага. Значит, выброшенный предмет нельзя вернуть. Угу. Короче. Бежим обратно в... Не в трейлер, сейчас в тайничок. Чего? А, одна тварь ожила. Она собралась в кучу. И исчезла. А может, тем вниз надо? Типа, куклу Вуду не надо брать? Ну ладно, пойдем. Что делать? Что делать? Муравьюку, что приделать? Куда ты попал, злам? Она в паука, что ли, превратилась? У меня патронов много, я ее завалю сейчас на раз-два. А вообще без напряга. Так, а, это новый район. Это у нас что? Это у нас район теплицы. Понятненько. А вот, кстати, дверь. Достаточно места. Сильный эпоксид. Вот, вот это мне пригодится. Теперь я могу открыть. Есть короткий путь. Хорошо, сейчас пойду как раз монетку скину. Монетку, монетку сюда. Да, нет. И вот это я, наверное, тоже скину. Пока, мне кажется, еще рано с этим бегать. Пока огнеметчиком справимся. Так, а мне куда идти? Направо или налево? Чуть сортир кто-то сфоткал. Что? У нас к ней фотография сортира. О. Тут спрятано кое-что интересное. Найди меня, если сможешь. В сортире. Понятно. Надо запомнить. А, это значит на втором этаже. Ну пойду, значит, сюда. Ну что, у нас новая локация, теплица. Окей, продолжу, значит, я уже в следующей серии изучать на эту новую локацию. И надеюсь, я скоро с мамашей встречусь и нахрен ее накажу. И еще раз ее просто помножу на ноль и превращу ее в пыль. Вот так вот. А на сегодня все. Спасибо всем тем, кто смотрел. Кто досмотрел до конца, обязательно подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Это очень важно для развития канала. Всем пока.